Здравствуйте! Я Александр Мечиславович Плахер. Родился я в 1966 году. В 1973 году я приехал в Кисловодск, в школу-интернат 18, школа-интернат. Вот, учился там Брайлю, естественно, потому что у меня очень слабое зрение, я научился и благодарен, что меня родители отправили туда. Я очень много иногда записываю по Брайлю, потому что все в голове не удержишь. Ну, читаю иногда брайлевские книжки, в основном я читаю озвученные, но Брайль — это необходимая вещь для незрячего человека, потому что он наш помощник. Ну, как-то вот так.